Республиканский турнир на призы основателя вольной борьбы в Экибастузе Леонида Иванкова традиционный. В этом году он организован в 9-й раз. Перед началом состязаний заслуженный тренер Леонид Иванков и руководитель спортшколы Жасыбай Куат Аблайханов пожелали участникам удачи. Добро пожаловать в спортшколу Жасыбай на наш традиционный ежегодный турнир, посвященный на призы заслуженного тренера Республики Казахстан. Ветеран спорта, просто замечательного человека, Леонид Иванович Иванков. Хочу крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть этот турнир, скажем, будет крепкий. Участникам турнира хочу пожелать успехов, красивых схваток, побед. Всем желаю удачи. Поздравляю с наступающим Новым годом. Коллективу детской спортивной школы «Жасыбай» за отличную организацию турнира. Низкий поклон вам. Ну а вам, мальчишки, что я желаю успехов и чтобы вы повышали свое мастерство в каждом турнире. В республиканском турнире участие приняли юноши и девушки 14, 16, 17, 18 лет из Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей. В данном турнире участвуют у нас 28 весовых категорий, 10 весовых категорий – это младшие юноши 2007-2009 год и молодежь до 18 лет и девочки 8 весовых категорий. На данном турнире собралось 210 участников. Они будут бороться 2 дня. Значит, здесь на данном турнире выступают призеры чемпионата Азии, это наша Абдуллина Арина, 2007 года рождения. Также мальчишки выступают, которые защищали честь Павлодарской области на чемпионатах Казахстана. Ну, хотелось бы пожелать им, чтобы они выступали также не только на чемпионатах Казахстана, но и на международной арене. Леонид Иванович Иванков – мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Казахстана, отличник просвещения. Его педагогический стаж более 50 лет. Он приехал в Экибастуз в 1967 году и с тех пор он все время был в спорте. В качестве тренера подготовил 22 мастера спорта по вольной борьбе. Он нас готовил на соревнованиях. Он был, как я уже сказал, судьей всесоюзной категории. И где я выполнил мастера спорта в городе Одессе, он там был как раз главным судьей соревнований. Он много раз был главным судьей соревнований на чемпионате Казахстана. Очень творческий человек. Он как раз ввел вот у нас борцовское трико двухцветное. Он сам сшивал два борцовских трико. Это вот его новшество. Один из знаменитых подопечных Леонида Ивановича – Алексей Сергеев, 15-кратный чемпион страны, чемпион Советского Союза, обладатель Кубка Азии. Как раз юные борцы спортивного клуба Алексея Сергеева по итогам двухдневных соревнований в числе многих показали отличные результаты. Из борцов спортшколы «Жасыбай» победу одержали и заняли первое место Арина Абдуллина, Ибрагим Казанцев, Артем Антоненко и борцы поселка Солнечный Мирамбек Сансызбаев и Данил Степанюк.